Дагестан начал поставки овощей в сетевые магазины Санкт-Петербурга. Так, по данным Минсельхоза Республики, одно из сельскохозяйственных предприятий Республики уже отправило в северную столицу России 50 тонн капусты. А в скором времени будет налажена поставка фруктов, томатов и огурцов. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Две первые фуры в северную столицу уже отправлены. В целом необходимо поставить более 500 тонн капусты. Согласно договоренности, они должны быть отгружены до конца апреля текущего года. Так, дагестанская капуста окажется на прилавках питерских магазинов. На сегодняшний день идет поставка овощей, произведенных членами сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ватан». Решаем вопросы наших производителей, чтобы они могли реализовать свою продукцию в большом количестве, так как напрямую работать у наших физических лиц ИЛПХ не получается, так как там только по перечислению и по договору только можно поставлять. В общем, решаем вопросы, проблемы наших сельхозпроизводителей. Члены кооператива намерены сотрудничать с Санкт-Петербургом на долгосрочной основе. В планах поставлять томаты, огурцы, фрукты и другую продукцию, выращенную на дагестанской земле. В поиске партнеров активную поддержку оказал и победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан». 50 тонн капусты, которые уходят из республики в Белую по белой схеме, где оплата происходит официально через банковские счета, через расчетные счета. Ну, это та помощь, которую мы смогли оказать. Мы и дальше намерены искать и расширять рынок сбыта. Это сотрудничество на перспективу дальше, больше, и ассортимент тоже будет шире. Это вот первая пробная партия, которая уезжает сегодня. В Дагестане ежегодно производится более 1 миллиона тонн овощей. 60% из них приходится на капусту. Ее выращиванием в крупных масштабах успешно занимаются овощеводы Левашинского, Акушинского, Дербентского, Буйнакского и других районов. В большинстве своем капусту сажают в личных подсобных хозяйствах. Поэтому в приоритетах государственной аграрной политики важное место отводится развитию кооперации малых форм хозяйствования. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарцев, Новости ННТ, Левашинский район.